Ты где работаешь? Да я на танкере берега. Hello. Happy birthday to you. Манго. Заходим в Сеуту. Спейн. Будем бункироваться. Кто не знает расположение данного города в Гибралтаре. Граничат они с Марокко. Небольшой здесь городок. Проходили сейчас пляж. Народ купается, никакого коронавируса не наблюдается. Вот эти ангары, там будут продавать алкоголь, ну и все необходимое. Будем закупаться. Вот паром у них, который ходит через Гибралтар, возит пассажиров в Испанию. Всего лишь один. Как ни странно, но видно, его достаточно. Это, ребята, кто-то сейчас мечтает в Испанию скататься, а мы здесь. Правда, конечно, выйти не можем, но полюбоваться видами вживую всегда, пожалуйста, для моряка. Порт Сеута. Тоже приблизить. Можете погуглить. Разворачиваемся. Сейчас водяры закупятся, то в неделю из каюты не выйдет. Будем учить наших братьев, как нужно пить водку стаканами. Скорее всего, уже ангар тебе открыли, это вижу. Я вижу, да. Сейчас пойду за портфелем уже. Так ты сразу готовься, чтобы пока этот не прочухал, если что скажешь, я лосно продолжаю. Даже судно с подходящим названием. Да, испанцы отжали хороший кусок земли у марокканцев. По истории, конечно, не знаю, как им досталась эта земля, но расположение очень клевое. Я думаю, есть смысл сюда съездить отдохнуть. Когда-нибудь.